Кто из вас желает поехать добровольцем? 1950 год. Вооруженная советской техникой и обученная советскими военными специалистами, Северокорейская народная армия пересекает 38-ю параллель и уже через три дня штурмом берет Сеул. На полуостров высаживаются подразделения армии США и войска ООН. Международным силам удается сломить сопротивление северян. Война катится вспять к границам Китая и Советского Союза. Прямое столкновение мировых супердержав становится все более вероятным. Война в Корее. Фильм второй. Полковник Ожедуб. Послушай, Ваня, кончай отдыхать. Есть дело. Срочно вылетай.